доширак дочери. Нет таких денег. Си-си-си-си-си-си-си, хочу. Ладно, возьму в долг кредит, можешь отдать. Все? Я хочу игрушку! Нет, доченька, у нас больше ни на что нет денег. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Здравствуйте, дайте, пожалуйста. Хорошо, так. В принципе, вам хватает денег, но не очень такие зовут. Ну ладно. Так, вот очень хорошая модель, смотрите, вы можете, конечно же, взять старенький, но на нем маленько царапины. Давайте новый. Новый? Хорошо, держите. Спасибо. Эх, хотя бы дочку свою пора. А что ж мы кушать-то будем? Вот. Мамочка, я хочу кушать. Эх, пошлите поищем еду на улице. Почему на улице? Я же тебе айфон купила. Потому что я тебе купила айфон, и больше у нас нет. Ну, мамочка. Пошлите. Не стоило нам покупать этот айфон. Давайте его продадим. Главное, чтобы мы нашли это и все наелись слишком. Давай, давай. Мам, я молоко нашла. Повтори. Молодец, спасибо. Надеюсь, этого хватит, чтобы покушать. Мамочка, можно сходить погулять? Конечно, доченька! Осталось только прыгнуть в крышу. Нам даже кушать дома нечего. Давай! Ну! Эх, выхода нет. Доча, нет! Доча, нет! Тебе не прыгать! Ну все, доченька, больница позади. Мама, мне дали чек за мое лечение, нужно оплатить деньги. Ну что же нам делать, у нас ведь совсем нету денег. Давай продадим айфон. Хорошо. Ура, теперь мы будем кушать курочку. Конечно, доченька, теперь мы купим и курочку, и кастрюлю, и дом, и, возможно, возьмем ипотеку. Ипотек дом. Здесь вам всегда оформят ипотеку. У вас будет огромный и красивый дом. Возможно, еще конь.